Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас очередные посылочки с AliExpress, и здесь всего лишь 4 штучки, что есть и большие, есть и маленькие. Сейчас вместе с вами их откроем и распакуем. Вы не переключайтесь, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Не забываем, под видео будет ссылочки на все. Первая наша посылочка, вот такая вот желтенькая. Сейчас посмотрим, что же нам там пришло. Открываем очень аккуратненько, чтобы не повредить. Напомню еще раз, еще эти все посылки заказывались AliExpress. Вот тут у нас маски для лица. Раз. Тут их должно быть 5 штук. Так и есть, здесь 5 штук. Это у нас специальные вот такие вот масочки для лица. Вот здесь у нас изображено, как им пользоваться. Вот, намазать. А, это маска против углей, черная маска, специальная против углей. Уже у меня такие были, это просто другой фирмы. Ссылочка под видео, в описании. Переходим, заказываем. Вот, не забываем. Вот таких вот у нас 5 пакетиков с масками, черными масками от углей. Activation Carbon. Так, следующее. Так, следующая наша посылочка номер 2 с Алиэкспресса. Сейчас посмотрим, что-то здесь у нас в коробочках. Вот такие вот у нас две коробочки. Что здесь, не знаю. Сейчас вместе с вами. Вот одна повреждена, больше ничего здесь нет. Сейчас посмотрим вместе с вами, что же здесь у нас пришло. Так, предмет, приступим к этой коробочке. Итак, что же у нас здесь пришло? Здесь у нас пришли автомобильные зарядки. Попросили у меня их заказать. Вот это у нас алюминий. Что у нас тут по параметрам? Делаю что-то, фокусировка. Так, 12,24 вольта, максимум 6 ампер. А, 0,6 ампер, да, 0,6 ампер, 5 вольт выдает, 5 вольт, 1 ампер, 2 и 1 ампера. Модель C500. Так, вот это у нас дело металлическая. Вот есть, ну я сомневаюсь, что тут 2,1 и 1,0 ампера. Я думаю, что они обои будут выдавать 1 ампера. Здесь эта вот штучка у нас металлическая, ой, алюминиевая. Вот это металлическая. Вот, заказываю их две штучки. Сейчас посмотрим и вторую. Да, вот она и вторая. Такая вот автозарядка AliExpress, то же самая моделька, то же самые характеристики, те же самые параметры. Перейдем в автомобиль, потом посмотрим, будет работать. Ну, меня попросили заказать их в автобус, чтобы другие люди могли пользоваться при движении. Так что ему надо много разъемов, чтобы люди в том при движении заряжали автомобили и смартфоны. Итак, посылочка номер 3. Тут что-то у нас мягенькое. Сейчас мы аккуратненько откроем, чтобы ничего сюда не повредить. Тоже посылочка, напоминаю, с Алиэкспресса. Ссылочки на все товары с видео у нас в описании. Пакет надежный и крепкий. Оторвать пакетик нельзя. Здесь у нас, да, здесь у нас тоже попросили меня заказать рукавички, зимние, такие вот зимние рукавички с Алиэкспресса. Были у меня уже с подогревом рукавички, были мне рукавички и обычные такие вот мужские. Так, здесь специально всякая такая вот штукенция и сами рукавички. Так, сейчас мы открепим рукавички. Мне попросили заказать на подростка. Что у нас тут по фирме? Asfish. Еще рыба, по-моему, Technology. Так, такая вот у нас здесь все по-китайски. Так что не знаю, умеете читать, читайте. Так, ну про сами рукавички. Внутри такая вот синтепоновая. Они тут такие вот брезентовые. Я думаю, промокать не будут. Здесь такие прорезинованные. А, нет, это не косяк. Косяков, как сами видите, у нас нету. Все отличненько, все суперски. Вот.
нигде нитки не торчат. Специально у нас есть зажимчик. Внутренний мир у нас вот такой вот. Тут не мех, а какой-то, видать, походу синтепончик. Вот. Или колопайдер, как сейчас модно. Где-то у нас пропал свет. Вот. Извиняюсь. Так. Ну, свою руку я, наверное, не пихну. Нет, не пихаю. Это моя рука. Нет, не пихну. Нет. Сунул еле-еле. Но я же говорю, напоминаю, еще раз заказывали на подросточка. Такие вот классненькие рукавички с Алиэкспресса. Ссылочка в описании. Переходим. На зиму как раз заказывать. Так, здесь у нас... Ага. Ну, что такое здесь? А, вот оно затягивается. Здесь вот, вот так затягивается. Затягивается, чтобы там что-то не задувало. Все отличненько, все суперски. Никаких, как говорится. Вот так вот это все дело подтягивается, сжимается и стягивается. То есть и будет все суперски. Подсветка тоже классненькая. Очень прикольненькие, очень классные. Рекомендую к использованию. Так. Так, и четвертая наша посылочка. Подъезжает у меня аккумулятор. Сейчас быстренько ее вскрою. Нет, в это время, пока вскрываю, напомню вам, пользоваться кэшбэком LikiShop, я им пользуюсь. Быстрый вывод денег на карточку. Вот. Ссылочка в описании будет. Сейчас посмотрим, что у нас здесь пришло. А, все. Такая вот прикольная у нас тут посылочка. Тематика. Тематика на туалет. То есть... Рождество. Рождество, Новый год. Берем рукавицы, что не мешали. Здесь у нас вот такая вот крышка на крышку унитаза. Не крышка, а как бы... Накидушка. Накидушка, да. Указывает накидушка на крышку унитаза. Тоже мне попросили заказать. Заказал, ищу очень долго. Где-то полтора месяца. Вот. Сейчас откроем и посмотрим. Угу. Ткань мне подскажет фетровая, хотя я в этом не шарю. Короче. Так, ну такая вот, конечно. Ровная строчечка. Такое вот оно здесь, конечно, все ровненькое. Но я думаю, для крышки унитаза это не так уж критично будет. То есть вот такая вот у нас крышечка с Дедом Морозом. Говорят, у нас они очень дорогие. Ссылочка будет с ценниками в описании. Можно будет перейти. Посмотреть. Так, это у нас это. А это у нас... Одежка. Это у нас не одежка, это у нас коврик. Это голова, а это... Мне все равно надо. Так. Вот такая вот у нас все дело выглядит. Это у нас получается коврик под ноги. Коврик под ноги, вот это у нас на крышку унитаза. Прикольный такой вот. Костюмчик. Да, получается такой вот костюмчик. С Алиэкспресса. Материал, конечно. Дешевенький. Дешевенький, но и ценник тоже не сильно дорогой. Так что, правда, не прорезиненный, так что он может на... Скользить на кафеле. Вот. Ну, так прикольный. Что, ну, прикольный. Говорят, что у нас очень... в Украине. Всем благодарю за внимание. Не забываем подписаться, поставить лайки. Всем до новых встреч. Пока.